Хорошо. Все, можем начать. Хорошо, спасибо большое, коллеги. Давайте начинать. У нас большой это самый объем работы и больших два отчета. Я хотел бы спросить, комментарии, которые к этим отчетам господин Лука и господин Бадур имели возможность ознакомиться? Я ознакомился с некоторыми комментариями, но не сказал бы, что очень детально. Ну да, да, да. То есть, ну вы их получили, да? Да, да. Значит, рабочая группа состоит из двух человек, правильно? Из да, Луки. Я и господин Бадур. И, в принципе, вы очень серьезно поработали. Так что я доволен вашей работой. Ну, мы целых ряд вопросов написали, но вот вначале я хотел бы спросить бы, вы второй раз посещали, начнем с Телети, да? Вы второй раз посещали птицефабрику? Как они вас встретили? Птицефабрику мы второй раз посещали, а биодизель мы посетили три раза. Даже. Три раза? Да. Я понял. А птицефабрику вы второй раз посещали, это было где-то в июле месяце, да? Да, в конце июля, если не ошибаюсь. Угу. Как вас там встретили? Нормально. Телети на самом деле довольно хорошо. Директор заведения с нами сотрудничает и предоставляет информацию, которую мы просим. Но по Телети все равно ощущается определенный недостаток информации, правильно? Да, да, это потому что в основном у нас новая информация, особенно из-за автоматизации, которая происходит на заводе, нам не было известно до сентября, потому что была контрольная панель, которую мы осмотрели, но то, что именно охлаждение происходит автоматически, мы фактически не знали. Новой информации из-за этого фактически нет в отчете. Я понял. Но уточните, автоматизация, она и раньше была, или сейчас они просто это внедряют новые мероприятия? Ну, она и раньше была. Но я вижу, что вы уже ознакомились с некоторыми комментариями, потому что вы указываете на вопросы, связанные с автоматикой, работой автоматики, да, вот, которые мы поставили перед вами. Ну, давайте тогда возьмем отчет и посмотрим. Да, прежде чем возьмем отчет, я хотел спросить. Вот у вас есть несколько мероприятий, да, которые вы предлагали. Биогазовая установка, да, потом рекуперация тепла. Что у нас еще было? Тут какие мероприятия предложили у нас? А, замена ламп, светильников. Да? Да. Как завод отнесся к этим мероприятиям? Были ли у них, может быть, еще какие-то предложения? Наоборот, на самом деле, у нас было четвертое, так сказать. Это была замена кормушек. Мы это обсуждали с вами даже во время второй консультации, но мы это с ними обсудили, и они не готовы это внедрять, потому что это не принесет прибыль. Не экономично. Да, не экономично. Стоит слишком дорого. Но дополнительных каких-то новых мероприятий они пока идеи не высказали, да? Нет, пока нет. На самом деле первые два высказали именно они. То есть биогаз и рекуперация тепла. Мы с ними это обсуждали во время визита, и они с этим согласны, наоборот, приветствуют внедрение этих. Ну, а комментариев достаточно много, потому что по двум причинам. Потому что отчет достаточно объемный и исчерпывающий. Есть
есть на что посмотреть, как говорится. И второе, то, что вообще вам не повезло, наверное, или не повезло, мы начали проверять первым ваш отчет, поэтому у нас еще много было сил, много было энтузиазма, поэтому много было комментариев. Но комментарии есть такие, как бы, частного характера, а есть комментарии более общего характера. Поэтому я пройдусь по комментариям, но на все не буду обращать внимания, потому что их много, и вы сами их смотрите. Да. Может быть, вы спросите у меня, что имелось в виду, у меня или у меня. Ну, на этом описательная часть достаточно достаточно нормальная, хорошая. Вот. Единственное, что в описательной части я не увидел более подробного, это каким образом готовятся корма и каким образом они подаются, эти корма. Там где-то написано, что вручную что-то их делают. Но мне кажется, в целом у меня такое ощущение, насколько я помню, что именно процесс подготовки кормов, что за корма, где они покупают, как они их смешивают, это комби-корм или что, я не этого не увидел. Мне кажется, что это определенный этап на предприятии. У вас, или я ошибаюсь? Если я не ошибаюсь, они уже готовы к вам покупают, и потом вручную это уже насыпают в кормушки. Я имею такую информацию. Можно, я перепроверю с руководством завода, и если будет какая-то дополнительная информация, я это перепроверю и добавлю в отчет. Ну, во всяком случае, они, значит, их покупают в каких-то емкостях или в каких-то пакетах, таких больших бигбэгов, да? И это что? Это в форме гранул или в форме порошка, или в форме какой? Вот, потом где-то они это хранят, где-то смешивают, куда-то деваются отходы упаковки. Возможно. Этот вопрос, возможно, не совсем достаточно учтен. Так, Лука. Слышно? Я письма. Но не видно вас. А, я извиняюсь сейчас. Да. Я не понял, что вы подразумеваете, когда говорится, что ручное кормление идет. У них же стоит цилиндрический бункер, снизу там снег, от снега подается корм на ленточный транспортер, и эта корма подается всем на линию. При чем тут ручное кормление? Потому что возникают вопросы от бигбегов, от разных пачек. Они подают как будто. Но на самом деле это подается автоматически. Ну, это вам, значит, надо будет уточнить и указать в отчете. Потому что это отсутствует. Mm-hmm. Вы указали, что... Вы это ответите, да? Вы указали о том, что вот этот вот помет является одной из больших проблем, возможных экологических. Я не совсем понял, его трактор вывозит, да, на какую-то площадку, и там фермер, он подсушивается, да, и фермеры его развозят, да? Да. За бесплатно берут. Да, за бесплатно. Да, но фермеры весь берут навоз, помет мы не знаем, да, насколько они весь или не весь. Но здесь вопрос заключается в том, что обычно на птицефабриках люди борются за то, чтобы этот помет, он был максимально сухой. Да. Вот, потому что от этого зависит объем. Вот, и в этом отчете я указал на то, что
было бы хорошо немножко этот вопрос изучить. Насколько, я понимаю, там трактор какой-то, наверное, вывозит этот помет, да? Да. И мне кажется, что проработать, я вот написал в комментарии, да, каким образом этот помет, меняется ли его влажность, консистенция, влажность и так далее. И возникают ли какие-то вопросы, связанные с тем, что там смешивается, туда попадает вода из поилок, и объемы, может быть, можно было бы за счет, скажем так, более современных, я не знаю, какие там ниппельные поилки или обыкновенные там поилки стоят, можно ли уменьшить попадание воды в этот помет, соответственно, что я имею в виду, соответственно, количество вывозимого помета может изменяться, а это соответственно, у вас затраты на топливо, я так понимаю. Ну, я не знаю, как далеко они возят, сколько раз трактор этот туда-сюда ездит, какого объема, какие затраты топлива, но я понимаю, что объемы помета влияют на транспортные расходы здесь. Насколько они велики или малы, я не знаю, может быть, это стоит учесть каким-то образом и описать. В всяком случае, на многих фабриках... Сергей, не стоит, я буду начинаться еще раз. Mm-hmm. Помет подается во двор через транспортер. Mm-hmm. Этот элеватор поднимает где-то на высоте 3 метров. Потом лафет подается от трактора. И от этого на нескольких метрах потом выгружается. Прямо там есть свободное поле, и там выгружают. На расстоянии там 100 метров? Ну, несколько десятков метров. Ну, 20-30, не больше. Так что, Я понял. Да, это вы, наверное, укажите. Что... Да, я добавлю в отчет. А, потому что это вопрос всегда довольно чувствительный на фабриках. Если это тут совсем рядом находится, то тогда расходы, наверняка, не существенны. Так, вы указываете достаточно подробно описываете одно здание и описываете другое здание, правильно? В обоих зданиях стоят системы охлаждения, да? Да. Я не понял, что это за pad cooling system. Что это за... Водяное охлаждение. Есть. Вы, наверное, тогда напишите water cooling. А что, вода охлаждается, там что, стоят какие-то батареи или что? Там стоит это панель. Это контактное охлаждение, то есть какое? Вода по стенке стекает, воздух проходит через этот завязь, и вода, воздух увлажняется. Так что это контактный теплообмен, а не так что... Это вроде градирник такой или что? Не, ну, градирник то же самое происходит. Но вы понимаете, как-то занавес получается. Получается, стена воды идет и подается, вентилятор подает воздух. И... Воздух проникает через этот завес. Естественно, потом увлекаются эти кабели с воздухом, и вот таким образом увлажняется воздух. И зато охлаждается при том. А как регулируется подача воздуха или подача воды? Там... Регулирование, в принципе, не происходит. У них есть несколько штук вентиляторов и включают из 8 или 6 несколько штук в зависимости от температуры. Он чисто механически включается и выключается. В принципе, там надо провести сложный расчет в том плане, ну, какой режим надо установить. И в зависимости от этого управляется потом вентилятор и поток воздуха. Ну, к сожалению, это не на хорошем уровне у них не стоит.
Тем более без рекуператора это с перерасходом связано, вы сами понимаете. Так что если они покупают и поставят рекуператор, этот вопрос более гибко можно потом управлять. Может быть, Надар, вы поможете рабочей группе этот вопрос указать как дальнейшее перспективное направление? Мы обсуждали этот вопрос. Я думаю, когда еще раз мы встретимся в ближайшее время, обсудим и конкретно напишем еще раз. Да, мне кажется, это стоит, потому что вручную включать. А скажите, пожалуйста, чтобы я понял, там у них два этих самых, два цеха. Один для цыплят, другой для взрослой птицы. Цыплята выращиваются при высокой температуре, 30 градусов, там 27 градусов. 36, и потом 36, да. Убавляют до 23, по-моему. Для чего система охлаждения нужна вот в этом цеху для цыплят? Я понял, что она здесь вот описана, указывается... Да, наверное, зависит от того, какое время года они выращивают. Там два цикла всего за год, по-моему. 14. Лука лучше знает, он объяснит. Наверное. Да. Ну, вентилятор используется для охлаждения летом в основном. И для вентиляции, если есть для этого нужда. Если ну, цикл зимой, тогда вентилятор вообще не используется в этом здании. Ну да, там 30 с чем-то градусов. А летом, понятно, вентиляция, я понимаю, там может быть моча, может быть там аммиак и так далее. А вот система охлаждения, холодный воздух зачем пускают в этом здании? Или там нету водяной завесы? Там просто вентилятор стоит. Но такая система тоже есть в обеих зданиях. Ну, по идее, воду выключил, вот и вентиляция. Да. Просто так. Нас надо еще учесть, что ну, летом 30-35 градусов там может быть, а нужна, допустим, 20 градусов, чтобы было из-за этого охлаждение используют. 20 градусов у цыплят тоже может быть, да? Да, уже в поздних, так сказать, периодах, на 14-15 недель. Ясно, я понял. Но во всяком случае, если будет возможность с фабрикой поговорить, то рекомендую в описательной части добавить, как используется система охлаждения у цыплят, в каком режиме, как она контролируется. Потому что понятно, что цыплята могут иметь несколько недель там, 5-10 недель возраста, им уже там температура нужна там 20 с чем-то с небольшим градусом. Да? Вот. Но действительно, это сэндвич-панель у вас там, хорошее здание, я так понимаю, хорошо, более-менее утепленное. Там, в принципе, система охлаждения могла бы быть просто ну, за счет вентиляции. Что еще я хотел сказать? Вопросы, связанные с концентрацией аммиака. Вот. От этого я не технолог, но я знаю, что когда там много птицефабриках или там животноводческих комплексов, высокое содержание аммиака, это влияет на прирост. Вот. Вы обсуждали этот вопрос, как они регулируют? Есть ли у них датчики, например, концентрации или что-то? Или все делается назад, на то самое? Пришел, понюхал, отравился, тогда включил. Как это делать? Так и есть. Ну, во всяком случае, вы можете взять из литературы и посмотреть, об этом много пишется. Каким образом влияет концентрация аммиака на птицу? Как на прирост цыплят, так и на
яйценосных. И указать на это, на то, что если есть возможность, указать необходимость или нет необходимости автоматического контроля концентрации в воздухе вот этого вот того самого аммиака. Вот. Дальше. Идем дальше. Но в целом описание у вас более-менее хорошее. Система отопления. Да? Вот этот вот калорифер, или как он называется, 100-киловаттный, да, на дизеле, он такой же стоит и в одном корпусе, и во втором корпусе. Нет, да? Только в первом корпусе стоит. Только в первом корпусе. Для цыплят. Для цыплят. Да. А кур уже не греют, да, вообще? Да, кур не греют. Ну, если ну, зимой да, холода, тогда иногда используют калорифер ну, из первого здания. Типа, это типа тепловой пушки, да, такая? Да, да, прямо смешивается воздухом и подается эти уходящие газы. Пожалуйста, вот у цыплят, там для, в различных клетках должна быть различная температура. Как достигается различие в температуре? Или там не было, или там получается, что единовременно есть только одна порция цыплят? О, да, так и есть. Так и есть, да? Угу. Хорошо. И тогда получается, что у нас там, где растут цыплята, да, им вот вначале нужно там 35-36 градусов, потом им нужно... Потом им нужно меньше. Да? И получается, что цыплята находятся по всему помещению. То есть эта температура нужна равномерно по всему помещению. Или нет? Так, так и есть. Одна партия и... Партия занимает весь цех. Да. То есть там не нужно, скажем так, какие-то зоны выделять по температуре? Нет, не нужно. Не нужно. Понятно. Хорошо. Хотел бы дальше, значит, прошли мы описание цыплят. В принципе, более-менее там есть какие-то вопросы, вы их посмотрите и добавите. Да? Но, в принципе, по описанию у меня особо нет вопросов. Теперь вопрос у меня стоит по второму цеху, по второму, где курица. Вы, у вас написана система освещения. Ага. Хорошо. Unlimited, это приятно. Система освещения имеет, она может регулироваться. Там диммеры какие-то стоят, или что можно регулировать светимость светильника, или что? Или да, по группам это разбивается, там включается вначале там столько-то светильников, потом столько-то. Как это? Зачем там регулировка системы освещения? С помощью реостата они сопротивление меняют и освещенность соответственно. По всему зданию падает и освещенность тоже падает. По всему зданию, да? Одновременно. То есть там освещение на группы не разбито? Нет. Угу. Я понял. Потому что освещение это серьезная такая вот, оно заработает круглый, ну полдня работает освещение. Кстати, да? По освещению, если мы реостатом регулируем и заменим на диодные лампы, то мы уже, по-моему, не сможем так регулировать. Там нужно будет предусмотреть тогда какой-то блок для регулирования, правильно? Да. Да, надо менять. Угу. Так, ясно. Теперь я так понимаю, что первое здание, оно сэндвич-панель, оно современное, оно утепленное, правильно? Да. А второе здание, оно сделано из панельное или что, или кирпичное, я не понял. Вы его не греете, но охлаждаете, я так правильно понимаю?
его завод охлаждает. Да. На ваш взгляд, в состоянии, там системы отопления как бы нету, только за счет вот этого охлаждения водой, да? Там, в принципе, никаких особых проблем с потерями тепла нет, да? Или холод? Особенных проблем нет. Нарушений нету конструкции, никаких там трещин особо нет, да? Состояние здания, вы бы могли бы в отчете кратце первом и втором здании указать состояние, вашу оценку. Да, хорошо. Хорошо, вкратце теперь идем дальше, раздел уже, где вы уже технологию описали. Да? И вот у нас есть, вы там привели данные по поводу того, что там ветеринары разработали график, и какая температура нужна при каком возрасте цыплят. Да? Как регулируется эта температура? Вручную, автоматически, каким образом регулируется в этом этим калорифером? Температура регулируется с помощью вентилятора и с помощью этого калорифера, дизельного калорифера. То есть, если много там тепла, вентиляторы включаются дополнительно. Если не хватает, ну, с этим управляет как раз и автоматика. Но когда не хватает тепла, температура, тогда они вручную включают дизельный калорифер. Там датчики стоят, да? Датчики стоят, естественно. Датчик стоит и автоматически идет регулирование. Но получается, что вентиляторы стоят, они стоят равноудаленно к клеткам? То есть они... Нет. В конце здания стоит калорифер, а в другом конце уже вентилятор. Вначале есть этот теплообменник водяной, и в конце вентилятор стоит. То есть продукт идет насквозь здание. Вентиляторы вытяжные, вытяжные, да? Да, а серые вентиляторы вытяжные. Да. Диаметр около 1 метра. Поменьше, но основном вот такого диаметра. Я понял. И на ваш взгляд, эта система с этим калорифером дизельным, да? И да, с вентиляторами, да? Вы сказали рекуперация, но сама система эффективная, там получается температуру они нормально держат во всех клетках, одинаковую или мы не знаем? Ну, гадо чай. Откуда батон надо? Ну, естественно, разница будет в здании в начале, в зависимости, где это происходит. Вначале будет другая температура чуть-чуть, и в конце, естественно, другая. Ну, дельта Т разница небольшая. Да. То есть для технологов они не видят в этом большой проблемы, да? Проблему они не видят, да. Я понял. Я просто знаю, я был на каких-то других фабриках, там они очень любят делать инфракрасный обогрев цыплят. Да, это бывает, эффективный бывает, да. И точечный. Они же там как бы цыплята и куры, они неподвижны, я так понимаю, практически. Вот. То инфракрасный может быть являться как бы каким-то образом более энергоэффективным методом, если это возможно. Я же не знаю, может быть... Дорого стоит электроэнергия. Электроэнергия дороже дизеля, да, получится? Естественно. Кстати, в цифрах, которые нам давали по электроэнергии, по дизелю, вот там графики, да, были по распределению, то они показывают практически одинаковую цену
На что я еще тогда обратил внимание? За чуть-чуть еще по топливу. Очень-очень небольшая разница получается. Но наверное, еще от того зависит. Надо покупать эти лампы, потом, я не знаю, какое у нас снабжение, то есть подстанция какая мощность там. Хватает, не хватает. Ну, я думаю, все это связано с лампами. Притом надо учесть, если не ошибаюсь, Лука исправит. Там двухэтажное расположение, да, Лука, этих птиц? Да, да, так и есть. Следовательно, трудно разместить вот эти лампы по этажам. Сверху хорошо, но вот так, как сделать, чтобы равномерно распределить на нижнем этаже, ну, вы сами понимаете, это не просто. А вентиляторы тоже на двух этажах находятся, да? Да, да. Маленькие вентиляторы на втором этаже, большие на первом. Ну, я что хочу сказать, что получается, если бы можно было перейти на инфракрасный обогрев, то тогда мы бы могли бы и значительно уменьшить вентиляторы, да, я так понимаю, мощность. Понимаете, если они перейдут на обработку помета и получат биогаз, вопрос снабжения топлива у них отпадает. Тем более электрическую энергию можно вообще на отопление исключить. Вопрос связан с другим, если вы понимаете. Если мы ставим цель обеспечить переработку этого помета, следовательно, у них будет избыток газа. Этот газ надо использовать. Зачем тогда использовать электроэнергию? Когда Я согласен. Я согласен, единственное, что мой комментарий, я понимаю. Ну вот как я, как инженер, как консультант, который работаю, у меня такой подход. Я вначале беру варианты, а потом предлагаю там отбрасывать те варианты. Потом биогазовая установка, безусловно, или может быть не биогазовая, биогазовая установка, я не знаю, мы к этому еще вернемся. Безусловно, это серьезное очень мероприятие. И там возникнут, например, там какие-то моменты с эксплуатацией биогазовой установки. Она требует квалифицированных этих самых эксплуатации и контроля автоматического за технологическим процессом. Ну, это можно. Я же только за. Да? Но если вы видите в этом как альтернативное мероприятие, которое потом можно отбросить, то можно было бы указать, что вот такая вот, предположим, есть вариант для уменьшение потребления и посчитать, действительно ли будет экономия или не будет у нас экономии, если мы больше будем тратить электроэнергии, но уменьшить дизель. Но эти лампы, они достаточно такие эффективные, и ведь можно, там газа нет у них, да? Нет. Можно было бы газовые делать. Вы сами понимаете, сейчас будут директивы по снижению окружающей среды, им придется, не только им, всем придется заниматься переработкой. И, естественно, хорошо. Можно использовать эту энергию. Во всяком случае, в этом отчете я бы на вашем месте бы кратко, может, в виде одного-двух предложений бы оценил бы эффективность системы охлаждения, эффективность системы отопление, вот то, что вы мне сказали, что там есть небольшие перепады температуры, но с технологической точки зрения они несущественны, да? И если вы считаете возможным указать, предположим, как возможный вариант, который стоит посчитать и посмотреть замену отопления на дистопливе. А, кстати, где они дистопливо там хранят? Или у них там просто в бочке, да? Так и объем, я не знаю. Наверное, бочка. Бочки, да? Вот. Бочки потом куда-то
как говорится, заныкали. Но указать, если есть, вы хотите, я бы указал бы возможность, потому что вот этот калорифер на дистопливе мне не очень нравится, потому что если там цыплята, если там наверняка там какие-то, возможно, есть продукты сгорания, как они влияют? Влияют? Нет, не влияют. В общем, можно это какая-то, мог бы быть какой-то альтернативный вариант, который можно было бы потом откинуть, но вначале посмотреть, что он из себя представляет. Дальше идем. По поводу кормов мы говорили. Лука, вы добавите процесс или уточните, каким образом там получаются эти корма, каким образом они смешиваются и подаются, да? Да, обязательно. Так, вы указали на том, что и дальше мы переходим к моменту, где достаточно много у нас комментариев. И эти комментарии, они, в принципе, касаются того, что предприятия считают, что у них потребление корма нормальное, и количество, это самое, корма на, предположим, на одну голову или на одно яйцо в пределах укладываются нормы. Мы в наших комментариях подметили, что все-таки там размеры потерь достаточно велики для того, чтобы указать причины, что с этими потерями происходит, почему они образуются, эти потери корма, откуда образуются потери яиц, вот в чем их причина. И, по-моему, даже мы отметили, Дмитрий, поправь меня, что размеры сопоставимы, да? Я бы тут ремарочку небольшую ввел. Тут речь идет не обязательно о потерях. Тут может речь идти о том, что, может быть, они просто съедают больше. Нормирование, да. Тут да, потому что мы не можем сказать, потери это или не потери. Мы просто видим удельное потребление корма. Это такая вещь, как и собака. На яйцо, на и курицу. И тут есть такая специфика, что для курицы, если ее больше начинают кормить, то она хуже начинает нестись. Даже хуже, да? Да. Угу. И более того, есть еще нюанс, когда их кормят там утром и вечером, разное количество дают. Да. То есть, вот по крайней мере, в справочниках, ну и много где об этом, вот, ну, такой специальной литературе на это обращают внимание. И вы послали, что? Мы послали эту литературу, похоже, по-моему. Ну, да. Да? В любом случае, ну, им зима, летом разное количество дают, и разное даже утро-вечер. И за этим, и вообще там показывают, что из-за специфики кормления есть очень большой резерв повышения яйценоскости. И на вот этот момент, ну, как бы вот мы между собой там пообщались, с Сергеем обсуждали, и до обсуждения сходились с той мыслью, что все-таки есть смысл это повнимательнее посмотреть. И когда у нас увы 9% потерь или этих самых. Не, это падеж. Падеж 9% падеж и количество яиц 252 яйца в день. Я вам там написал, что напишите в абсолютных величинах. И указать, где фактические, а где нормативные. Теоретические данные. Этого не я. Можно я сейчас про корм еще чуть-чуть? Да, да. То есть про корм я там, ну, Лука, я так думаю, увидел внизу, давал некоторые, попробовал сделать по нормативам, вложил, вставил нормативы и попробовал сделать какие-то такие прикидочные расчеты. Дмитрий, я извиняюсь, можно показать этот слайд? Да, сейчас. Расчеты и пройдем. Так будет. Сейчас я гляну, где он? Так. Потому что у меня есть там вопрос. Угу. Или идей. Да, сейчас, секунду. Тут открыто много файлов, чтобы я тот, который нужен, вывел на экран. Ну да. Да.
Так, демонстрацию экрана я не могу сделать. Константин, вы можете мне дать право, чтобы я показал экран? На минутку. То есть вы не можете, да, сейчас? Multiple. Ну-ка попробуйте. Вот сейчас могу. Вот да, все видно. Вот, так. Сейчас вы видите, я перематываю вверх-вниз, да? Это я к тому, что тот ли я файл показываю, который сам вижу. Да, да. Да. То есть вот здесь... сейчас гляну, где... Да, вот тут. То есть, получается, то, что мы увидели в литературе, вот я привел сюда там некоторые удельные нормы потребления, которые на несушку, там на яйцо 60 грамм, килограмм на килограмм, ну и так далее. Вот потом и используете. Да, и дальше я попробовал прикинуть, как это вообще выглядит с точки зрения теории и как это сопоставимо. Здесь те расчеты, которые вот приведены, они, конечно же, требуют более внимательно на них, чтобы посмотреть, и посмотреть, наверное, вместе с предприятием, потому что могут быть нюансы. Но, Хорошо, что у нас есть как раз вот ваши замечания. Я могу спросить вас? Ну, конечно. И вот потребление корма всего. Вы считаете через кур, через яйцо, и вот что получается. 613-664, вот видите? Да, да, да. А через на яйцо 606. Уже разница есть на 60 тонн. А да. Когда вы суммируете вот эти нижние показания, не нижние, а через на яйцо, плюс 78, получается 685 тонн. Потом сравнивается то, что они тратят, 760, и разница получается 62 тонны, по-моему. И отсюда вывод делается, что идет перерасход. А если мы посчитаем через 664, а не 604, все прекрасно попадает. Так что, ну, здесь тоже, смотря, ну, какие индикаторы мы возьмем. Смотрите, идет перерасход или не идет. Вот 664, у вас же есть вот, цифра? Есть. 606. Ну, получается тогда 743, а там 760, ну, как бы близкие цифры. Это, ну, как да. бы какой? Конечно же, смотрите. Именно из-за этого я и говорю, что вообще этот вопрос, он, ну, с одной стороны, он имеет достаточно большой как бы расспрос. И может так оказаться действительно, что на курицу мы потребляем там больше, но тогда курица должна, возможно, нести больше яиц. Если на яйцо потребление у нас идет перерасход, чем на курицу, то, возможно, курица ну, не отрабатывает свои яйца. Ну, как бы. Ну, это я так. Вот. С другой стороны, цифра, которая на цыпленка, здесь. Она тоже очень такая, ну, надежность ее относительная, поэтому на самой фабрике вот цифра, которая вот это вот 78 тысяч, мы не, ну, например, я не знаю абсолютно даже примерно, сколько на фабрике там уходит корма. И это я сделал очень грубо. Конечно же, если бы я был на месте, то я бы попросил на фабрике, сколько корма тратят на цыпленка и сколько отдельно тратят на курицу с яйцом. И тогда я бы не смешивал одно с другим, и я бы их разделил. Я бы более внимательно это смог увидеть.
с точки зрения курицы, тогда я бы уже глянул, в каком диапазоне мы находимся. И там, где 120-130, вот тут, ну, в основном берут 120, но в целом и так тоже. Ну, где так, где так. Это зависит от многих факторов. Поэтому, как минимум, это, по моему мнению, как бы предмет для более внимательного анализа, возможно, даже вместе с предприятием. Да, об этом надо поговорить с ним. И если, например, мы получим, что мы сможем сэкономить, к примеру, 60 тонн, то вот, то учитывая цену корма, это, в общем-то, не маленькие деньги. Ну, ладно. Вот такие выводы. Дмитрий, скажи мне, пожалуйста, в наших этих расчетах ты сравнивал там 760 тонн в год, это фактическое потребление или это нормативное потребление? Это тот, которое у них показано как фактическое. Это действительно фактическое или это норма? Смотри, ну, это, наверное, вопрос ближе к Луке, но да. Я воспринял из тех данных, которые в отчете, это как факт. Лука и Бадур, скажите, пожалуйста, вот этот... Я все время путаюсь в этих таблицах, где норма, а где факт. Я воспринял как факт. Может, я это здесь неправильно понял. Вероятнее всего, факт, потому что 760 тонн – это показатель, который нам дал сам завод и сам руководство завода. Ну, вот, я понимаю, что это. Мне кажется, что у них два цеха есть. В одном цеху цыплята, в другом цеху куры. Куры круглогодично находятся. А цыплята ограниченное количество времени, там, по-моему, треть года или сколько? Три месяца, да. Цыплята, они очень к этому корму, им надо много кушать. Но мне кажется, корм, наверное, у них отличается, да, у цыплят различного возраста. Или нет? Да, отличается. Поэтому, мне кажется, для начала мне было бы... Я бы начал нормировать и внимательно бы следить удельное потребление корма вот именно самими курицами на, ну, дальше уже вы смотрите, на одну голову или на одно яйцо. Мне кажется, на одно яйцо это более такой чувствительный показатель. Вот. Но это уже как получится. Вот. Или на 1000 яиц. Не, ну, конечно, это более чувствительный их товар, это яйцо. Да, но... Для них важно, конечно же, это затраты на яйцо. Учет яиц у них есть? Наверное, есть. Учет корма у них должен быть, они знают по бухгалтерии. Да? И вот этот корм – это очень дорогая вещь. Вот. И мы знаем, что корм может потерять, можно его не додать, а можно передать. Поэтому... И тут же два вопроса. Вторая, как мы понимаем, влияет, да, удельный расчет корма на яйцо. Это количество корма, и его дозирование, и управление кормлением. И это яйценоскость, вплоть до освещения. Да, то есть тут два фактора влияют, это не очень хорошо, конечно. Вот, это... Да что, это нормально, просто мы понимаем... Немножко, мне кажется, осложняет немножко интерпретацию, но... То, что написать в учете о том, что рекомендуем проводить жесткий контроль, вот, и если можно было бы, чтобы они, да, они, наверное, скажут, да, мы проводим, все так говорят, вот, но тогда покажите, вопрос следующий идет, покажите, пожалуйста, данные этого контроля. Нет, Сергей, тут кроме контроля еще анализ, как бы, то, о чем я говорил, там, утро-вечер кормят, то есть насколько они придерживаются, насколько они, может, они перекармливают. Может, еще какие-то, то есть вместе с ними это надо... Второй шаг будет, утро-вечер – это второй шаг. Сначала надо грубо начать мониторить, а потом второй шаг уже более чувствительный утро-вечер. Но в зависимости от количества яиц и корма нам очень сложно даст, нам трудно будет интерпретировать, хорошо ли они утром или хорошо ли они вечером кормят. Ну, в целом нам даст какую-то ситуацию, что что-то хорошо или что-то плохо, или какие-то вариации, которые дадут нам уже пищу для дальнейшего анализа. Но, во всяком случае, это, мне кажется, если это предприятие ведет, но мы просто не запросили, да, то пускай тогда предоставит. А если оно
скажет, ведет, но не предоставит, значит, есть шанс велик того, что они это не очень жестко контролируют. А этот показатель, он на всех цифрах, на многих, на то, что мы читали, те документы, которые мы вам переслали, это треугольный показатель, как мне кажется. Касаясь этого вопроса, я бы хотел бы Бадур и Лука вам еще раз поблагодарить. Вы очень много написали и попытались заполнить вот эти вот таблички. И мне важно знать, где указаны нормативные значения, а где фактические значения. Например, бой яиц. Нормативных значений, насколько я помню. Бой яиц 252 яйца в день – это нормативное, скорее всего. Да, да, это нормативное. Это нормативное значение. Дорогие коллеги, извините меня, я должен отключиться. У меня начинается сейчас лекция. И Лука продолжит с вами работать. Спасибо вам. Извините меня. До свидания. Спасибо. Хорошо, идемте дальше. Теперь, Лука, по поводу таблицы 5.2 в отчете. Можно еще, Сергей, я здесь один маленький небольшой вопрос по этой, по 5.1. Лука, смотрите, у меня такой возник, ну, как бы вопрос. Вот это цыплят 32 тысячи вод они закупили. Да. Я когда читал описание всего процесса, то я понял, что курицы там 16 месяцев, по-моему, они, там цикл у них. Да, 16 месяцев. И получается, тогда для меня непонятно, там 14 тысяч мест. То есть, если мы в год купили 32 тысячи цыплят, то, соответственно, мы за год два раза меняем курей. Тогда почему куры меньше 16 месяцев отрабатывают? Или почему купили 32 тысячи? То есть, для меня не стыковывается цикл курей и дважды закупка цыплят. Нет ли здесь ошибки? Возможно, техническая ошибка со стороны производства. То есть, может быть, здесь ошибка какая-то. Да, потому что на самом деле потребление электричества и дизеля, и ошибки, возможно, стоит перепроверить. Ну, посмотрите, потому что, да. Всякое может быть действительно. А, кстати, к этому, Дмитрий, действительно, пока мы на этой таблице находимся, хотел бы спросить, а бой яиц, у вас 252 яйца в день, вроде бы это не так много, да? Но это норматив. А почему они вам дали норматив, а у них по бухгалтерии, наверное, должно быть количество производства яиц, а учета количества боев у них нет, да? Возможно, есть. Они упоминали, что они, ну, технический процесс, но они не сказали, сколько. Могут не считать, мне кажется. Разбилось и разбилось, да? Мне кажется, могут не считать. Да, я тоже думаю, что кто там скажет, там где-то женщине, которая там работает, да. Разбилось и разбилось. Мы не знаем точно. И если это так, то, может быть, я бы в отчете это указал о том, что это готовая продукция, самое дорогое, что у них есть, правильно? Бой надо максимально всяческим образом предупреждать. Вроде бы кажется, что 252 яйца в день, 75 лари в сутки, да, то получается у нас, на сколько у нас суток, на 100, сколько они работают примерно? 75. На 200 суток, да? 250-260 обычного года. 5 умножить на 250. Ну, это около 20 тысяч лари, типа, по нормативам. А как реально? Мы не знаем. А как это можно узнать? Мы тоже не знаем, как это можно узнать. Да? Это, мне кажется, вопрос, который требует, может быть, немножко посидеть в литературе, посмотреть или подумать. Это недельку нужно проанализировать, наверное, прямо самому предприятию. И замер сделать, да. В течение недели-двух. Да. Порекомендовать им такое. Потому что это готовая продукция, ее с потерей 20 тысяч. Выявлять узкие моменты. Может быть, яйца бьются исключительно по одной какой-то причине.
Может, где-то транспортер перекошен. Отчете, я не знаю. Мы дали мы вам комментарий о том, что причины боя, где он происходит. Он происходит на выгрузке в транспортере, на упаковке, на самой загрузке там, тем самым погрузчиком. В чем причина? Они знают об этом, и есть ли какие-то возможности? Потому что в этом и есть чистое производство. Максимально уменьшить потери готовой продукции. Готовая продукция – самое дорогое, что у нас есть. Потом, можно, Сергей? Да, я потом еще продолжу. Еще по этой таблице, наверняка они наверняка продают курей, когда те уже отработали свой ресурс. Я хотел это спросить. Лука, поправьте меня, так это не так? Как мы знаем, да, они куру продают. Соответственно, у них должны быть вот здесь куры, которые вот тут должны быть куры, которых они продают после отработки ресурса. И у этих курей, которые продают, тоже будет какая-то цена, какой-то их дополнительный продукт. Потом у них есть те, которые падеж, которые сдохли, да. И они тоже сдохлые есть, цыплята и отбракованные, но это одна тема. Там сдохлые отбракованные цыплята, это особенно отбракованные, это безысходная ситуация, которая воспринимается, это уже при закупке, ничего с этим не сделаешь, по большому счету, если ты петушков отбраковываешь. Вот. А куры сдохлые, нет, сдохлые цыплята, там тоже можно анализировать, много их или мало, причина, на каком возрасте сдыхают. А сдохлые куры, у вас написано 9%, это, мне кажется, достаточно большое значение, хотя я не знаю, как должно быть. Вот. Нет ли информации, какое фактическое количество не цыплят, а именно взрослых курей? И, может быть, тут тоже есть о чем подумать. Просто мало информации, я не могу сейчас что-то рекомендовать, но вопросы такие вот возникают, я решил их озвучить, может, вы что-то еще видели, знаете, там, обратить на что-то внимание. 9% – это, на самом деле, стандартное, так сказать, количество. Это не фактическое, так сказать. Это нормативное. Да. Это нормативное, да? А факт? Утвердил, разработал технологии, институт какой-то научно-исследовательский. Потому что я в литературе где-то и меньше видел цифры. Но вопрос, как у них фактически анализ такой, не знаем, да, таких данных. А чего они дохнут? Это болезни какие-то или корм не тот? Вообще куры, чего дохнут? Они же молодые, в принципе. 9% дохших кур. Да, каждая десятая курица. Mm-hmm. Каждая одиннадцатая. Да. Во всяком случае, этот вопрос отметьте себе. Возможно, может быть, стоит вам с ними еще раз поговорить. И в любом случае в отчете нужно указать как задача, которую необходимо контролировать, раз, получить фактические цифры. Это же норматив, да? А где факт? Может, факт у них реально намного меньше? А может быть меньше, да, может быть больше. Но хотя бы как-то проконтролировать это надо было. Вот. И если факт налицо, что превышение норматива или близко к нормативу, то, безусловно, нужно подумать, в чем причина, на каком этапе, почему, когда они, из-за чего они начинают дохнуть. Вот. Про это хотел спросить. Во всяком случае, вот эти 252 яйца в день, везде ставьте, пожалуйста, абсолютные цифры, хорошо? В этой таблице. Нормативы у нас там, где бенчмарк, анализ. Сергей, если фактажа мы не знаем, они показывают норматив, тогда где-то со звездочкой, что это норматив, что... Да, чтобы не спутать одно с другим. Но если мы не знаем, это что? Это нам, может быть, у предприятия есть эти данные, а может быть, они не знают. Но это говорит о том, что, значит, надо на это обратить, возможно, внимание. Может, тут есть резервы, а может и нет. В отчете написать, да. И... Может, у них реально меньше боли, тоже мы не знаем.
Так, идемте дальше тогда. Лука, вы записываете этот примеры, да? Да, конечно. Возьмем таблицу 5.2. 5.2 таблица. Я открыл на экране ее, Сергей. Ага. Значит, 10 тысяч лари они тратят, да? 10 тысяч лари, вы указываете, это существенная потеря, то есть это падеж, да? А вот в этой таблице бой яиц вы указываете? Нет. Я думаю, да, наверное, это 3.1. Ну, даже вы не знаете, что это. Как читатель узнает об этом? Вот. Можете как-то это точнее указать. Потом электричество и электричество, потом как он называется? Это же не продуктивно использовать. Оттуда надо это убрать. Под электричество из этой таблицы. Это все мы не знаем. Мы думаем, что вы, наверное, написали потери там топлива какие-то. Но вы просто указали в этой таблице потребление. Да нет, там не потери. Это потребление. Вы потребление, да. Убирайте топливо, потому что и энергию. Вот. Ну да, у нас же это же полезное использование. А то же самое вот это вот. Как он, корм. Корм, это что это? 22 800. Это корм. Это потери уже. Да. Потери, да? Да. Да, это потери. Ага, вы посчитали, что потери корма. Ну, еще раз, чтобы я понял, потери корма это 3% нормативных. Это может быть корм, который пересыпался, или же это корм, который. Но это вообще условная цифра, которая, по большому счету, сложно о чем-то сказать. Да, да, да. Что это имеется в виду, потеря корма? Это корм, который там ссыпается где-то, там портится, или это корм, который... В общем, тут мне кажется, что вам нужно в этой таблице указать, что это за потеря корма. Или же указать, что это просто нормативные данные. Потому что сумма-то не маленькая, да? Но что именно понять? Значит, по поводу энергобюджета хотел вас поблагодарить. Вы хорошо рассчитали. Это вы посчитали по времени работы, да, по мощности оборудования, вы посчитали. Да. Наверное, вы один из лучших в этом плане. Но получается, что у нас потребление энергии, вот у вас дальше идет график, да? Таблица энергия, энергопотребление между дизелем и электричеством примерно 50 на 50, да? И я это, извините, Сергей, давайте там добавлю. Продолжать? Да-да, ну, я просто хотел сказать, что график этот старый, потому что у нас новые данные, и они не очень-то соответствуют старым данным. Ну, да, у нас было потребление дизеля 6 тысяч литров, а здесь 800 литров уже. Значит, вы обновили. Понятно. Получается, да. Что дизеля намного больше потребляется, да? Чем на графике. Доля дизеля больше. Да, и меньше. Меньше, да? Да. Хорошо. Но тут я бы еще бы сделал бы, например, по энергии, взял бы между зданием 1 и зданием 2. Главная проблема сейчас в том, что здание 1 не работает. Из-за этого мы решили сделать один график. Можем разделить. Так, оно же не работает не весь год, оно не работает какую-то часть времени. Да. Ну так какая разница? Ну пусть себе, у каждого есть свой режим работы. Годовые данные. Просто, конечно, вы же за год берете. Да. Мы так смотрим по поводу цыплят, но такое ощущение у меня внутреннее, исходя из ваших данных, что потребление энергии вот в здании, в котором цыплят выращивают, значительно меньше, чем потребление энергии на кухне. Да, конечно. Но это надо как-то визуализировать.
Еще такая вот у меня, возвращаясь к данным, к этим нормативам, то, что я обратил внимание, ну, курей нужно поить, и, по крайней мере, в справочной литературе показывают, что одна курица выпивает, на нее тратится примерно 300 грамм воды в день. Я не знаю, насколько это соответствует действительности, вот, но вода, которую я там, ну, прикинул, да, на курей, там где-то есть этот расчет, вот, и фактическая вода, которая показана, они сильно отличаются. Это один момент, ну, действительно ли вода, которую мы потребляем, у нас именно такая, или, может, мы не всю учитываем, но при этом, я так понимаю, что она бесплатная. Да, бесплатная. Вот. Если а вот это на, а, ну, напоение, там, навоз, увлажнение тоже, в общем-то, не сильно актуально, да, для нас, мы поняли? Да. Угу. Ну, тогда кто его знает, если вода бесплатная, и мы даже где-то что-то не увидели, насколько это будет для нас важно. Так, ладно, дальше Сергей. Ну, по массоэнергобалансу, вот табличка, вот это, я, честно говоря, не уверен, что она нужна для таких, еще послушаем Сергея, для таких систем, как вот биологические, вот эти, там, где живет организм, материальный баланс вообще сложно составить. Он всегда не будет сходиться из-за того, что открытые системы, они там и дышат, и воду там, какой честью, все остальное. То есть из этого... Ну, тут надо смотреть, что мы хотим, какой результат из нее получить. Ну, подумать надо об этом. Я хотел бы сказать, что у меня вот таблица 5.3, энергобаланс, вы сделали расчет, да, то посмотрите, пожалуйста. Мне понравилось, что вы посчитали это по продолжительности работы оборудования и по мощности. Вот, это хорошо, значит, днем не сходятся немножко данные, потому что сумма у меня получилась 46 тысяч киловатт-часов. Посмотрите, пожалуйста, может быть, что-то я неправильно сделал. Может быть, вы что-то забыли, а может быть, какой-то поток. Вы не указали. Я думаю, это недостаток из-за... по автоматике, там, допустим, конвейеры и так далее, мы проанализировали в основном самые, так сказать, важные для нас компоненты, из-за этого, возможно, дать. Да, напишите, остальное там технологическое оборудование. Да. Хорошо, дальше, Дмитрий, ты говорил об материале. Я про вот эту таблицу. Я что хотел сказать? Вы выделяете для себя на данном отчете энергию как основной приоритет. Поэтому вам делать масс-баланс, если вы в первую очередь концентрируетесь на энергосбережении. Да? Возможно, я бы не делал. Но тут, Сергей, даже если они сейчас еще начнут анализировать корм, например, то материальный баланс для этих систем, он крайне, как бы его, как сказать, он не будет сходиться все равно, как очень сложно его сводить из-за того, что открытая система, курица дышит, она там где-то воды, то есть степень учета всех параметров. Я бы прирост массы, то есть оно не, ну, это очень как бы неудобный инструмент для анализа именно в буквальном от баланса. В такой системе я согласен. В таких системах, да. Но таблицу 5.6.2 для кормов обязательно бы я бы использовал. Эту я согласен, что здесь более детально сложно. Поэтому я бы просто не использовал инструмент материального баланса с точки зрения попытки получить какую-то дополнительную информацию для себя. Да. Иначе, ну, как бы, он что-то мы увидим, но как бы... Ну хорошо, идем дальше тогда. Я бы убрал тоже. И 5.6.2, вот эта таблица, которая, мне кажется, требует нам сейчас
если есть возможность. Видите, сколько комментариев написано. Ну, это же мы вот как раз обсуждали с Надаром. Проработайте, пожалуйста, Лука. И если есть возможность добрать данные там, где спросить у предприятия, может быть, у них есть и фактический материал, фактические данные, то попробовать сделать вот такие вот расчеты. Да. Угу. Идемте дальше. Ну, тут еще такой комментарий я дал. Возможно, он как бы и не будет нужен. Будет, просто увидел, что на некоторых предприятиях используют сжигание куриного помета для получения энергии. Ну, как бы, ну, так сюда вставил. Как, ну, нужно оно или не нужно, то вы сами посмотрите уже. Ну, например, да, 5-6-4 факторный анализ, всем тяжело. Никто не заполняет. Но, в принципе, потребление электричества, например, дать взять в то время у нас, в то время, которое, когда не работает цех номер один цыплят, то для кур вполне можно было бы просчитать, посмотреть изменения удельных показателей потребления электроэнергии и вообще посмотреть, от чего это зависит. Зависит ли это от наружной температуры или от чего-то другого зависит, как он меняется. В принципе, подумайте, может быть, здесь можно вот этот вот график сделать. Да. Так, 5-6-5, опять же, у нас не входят приоритеты масс-баланс. Так, дальше. Энергобаланс. Вот вы фактически сделали этот график, да? Вот, и у нас получается серая это вентиляция на курицах. Для кур, да? Скажите мне, пожалуйста, вот там, где стоят куры, где находятся куры, да, использование вентиляции в первую очередь связано с концентрацией, да, вот этого аммиака. Температура, я так понял. Температура. Но, кур не греют, правильно? Да. Их охлаждают летом. Летом в течение короткого времени, возможно, охлаждают. Но у нас получается, что по вашим подсчетам, вот это вот, насколько я понимаю, использование вентиляторов, это является 22 тысячи киловатт, да? Значительная, большая величина. Вот. Ну да, вот это вопрос действительно. Это как большая, может быть, это действительно в контексте нашего комментария по необходимости улучшения автоматического регулирования. А может быть, есть какие-то возможности, я не знаю, ну, уже, наверное, поздно об этом думать, но почему такая высокая концентрация аммиака? Всегда ли она? С чем это связано? Ну, да, это цена охлаждения или это цена отведения загрязненного аммиака? Мы не знаем. Можно, я думаю, можно уточнить у компании. Стараемся, по крайней мере. Да. Ну, от аммиака мы никуда не денемся. Это продукт жизнедеятельности. Как бы он будет образовываться в любом случае. Вот. Ну, там надо думать, конечно. Может, навоз они убирают. Я прошу прощения. От аммиака мы никуда не денемся. Но если он разведен с водой, моча разведена с водой, то, наверное, концентрация будет меньше. Да? Вода им стоит, ничего не стоит. Правильно? Да, почти да. Ну, и что это даст? Да. Он будет десорбироваться. Если там будет где-то эта влага с аммиаком, он все равно будет десорбироваться. Абсорбироваться, ты сказал, я не расслышал. Не, наоборот, и абсорбция, и десорбция будет происходить. Ну, смотря, ну, где ты имеешь в виду воду там для этого использовать. Не, ну он, смотрите, когда курица мочу производит, да, она же куда-то потом девается, да, там что у них? Идет... Ну, она мочу не, как таковую она, мочу уже она не производит. На соломе, она на каких-то опилках сидит курица, или как? Или это стекает куда-то, как это происходит? То есть это, возможно, связано с тем, что, возможно, им надо чаще менять подстилку. Нет, там есть большая, широкая лента, транспортер.
На этих лентах стоят курицы. Лента, ну, медленно движется и выгружается в конце. Вот то, что происходит там. А отдельно есть подпиточная лента, ну, где кормление идет. Они высовывают голову и форму получают таким образом. А сами стоят на эту ленту. Лента шириной где-то 70-80 сантиметров. А длина... А воду где они берут? Как они пьют, поилка? Как... Вода, вода тоже есть. Канал там, и там они стоит. Высовывают голову и... Да? Не понял. Они высовывают голову и пьют, да? Да. Не ниппельная у них поилка. Не, ну у них вода бесплатная. Вода бесплатная, да. Но, во всяком случае, вот это вот значение, вот то, что много очень на вентиляцию у кур, может быть, это стоило бы подумать, посмотреть, ничего ли они здесь не теряют или прокомментируют. Ну, выходит достаточно такая... Но часто есть же и природная эта вентиляция, вот эти сверху фонари открывают, я знаю, на многих курятниках. Вверху фонари, которые открывают для вентиляции, и идет природная вентиляция. Ну, возможно, не круглый год. Естественная, да. Ну, может, там тоже такое есть, может, там не всегда вентиляторы работают. Дмитрий, вы понимаете, можно было бы, наверное, и так смонтировать, но что получается? Когда они хотят понизить температуру, начинается увлажнение. Для увлажнения надо принудительное движение воздуха. А это создается с помощью этих вентиляторов. Если бы открыли сверху, тогда охлаждение не так эффективно получилось бы. Вы сами понимаете. Вентиляторы уже не будут работать. Так охлаждение что... часто, да? В течение лета все время они охлаждают. Да, ну летом вентиляторы работают, и не имеет смысла на крышу ставить какие-то окна. Ну, получается, видишь, особенности именно таких, может, даже климатических условий. Иначе тогда им пришлось ставить дополнительные вентиляторы перед этим теплообменником, контактным теплообменником. Я понял. А я знаю, что мощность этих вентиляторов какая там? Ну, не киловатт. Каждый полтора киловатта. Они большие. Их много, их несколько, их штук 10, да? Этих, да, 4 большие. И... Да. То есть на такую мощность, конечно, не поставишь там частотный регулятор. Почему частотный регулятор поставить на 100 и 200 киловатт? Просто очень дорого это. Но они не имеет смысла в том плане, что... Они маленькие, маломощные, поэтому и... Маломощные и несколько штук стоит. Да, можно отключить просто и вот CV регулирование. Из четырех отключить одну, две и регулирование. Ну, опять же, то есть из-за того, что вот эта вентиляция является наибольшим статьей затрат, судя по всему, да, то в этом плане важно... ее автоматическая регулировка. Как они отключаются? Вручную это позапрошлое. Нет, это как раз происходит автоматически. Просто калорифер они включают. А вентиляторы включаются? Да, в зависимости от температуры. Да. У них есть автомат. Там есть шкаф, программа, и эта программа управляет этим процессом. Я понял. Хорошо. Дальше 7.2 вы хорошо написали, в принципе, очень хорошо. Да. А вот насчет второго проекта у нас на исходе, я смотрю. Время, да. Да, очень мало у нас осталось. Да, хотя подробно рассмотрели этот отчет. Я хотел бы последний момент. Момент по поводу мероприятия с пометом. Да? Вы не рассматриваете вопрос брикетирования помета и его сжигания? Понимаете, Сергей,
при сжигании и при получении биогаза воздействие на окружающую среду, результат получается совсем разный. Биогаз оказывает наименьшее загрязнение в том плане, что если мы просто греем, то есть используем частично биогаз на разогрев, остальное биогаз идет на сжигание. Если мы сжигаем прямо, ну, гораздо худшая ситуация. В плане выбросов? Да, 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 да. Потому что сжигание не так в совершенном виде получается. Ну, это же твердые отходы. Если еще добавить к этому какие-то брикеты делать, это уже отдельное производство. Да. В общем, наилучший вариант получить биогаз и как отход. Я с вами согласен, что сжигание помета — это экологически такая опасная вещь. Вот, может быть, экологически опасная вещь. Раньше, кстати, птицефабрики в советское время сжигали это черты. Да, ну раньше такие ограничения были по охране природы. По биогазу, скажите, там образуется продукт, вот этот дегистат жидкий. А здесь вообще как бы реально его использовать куда-то? Жидкий чего? Остаток после получения биогаза, вот это жидкое удобрение. Этот остаток, я понимаю, да, надо собирать. Какой-то бассейн отфильтровался и как готовую продукцию, так. Потому что он будет образовываться круглый год. А даже если найдутся какие-то фермеры, готовые его собрать, они будут собирать его сезонно, и не факт, что весь. И может возникнуть проблема, куда деть этот остаток. Да, я понимаю. Такое слабое место, да, может есть, оказаться. Есть, конечно, да. Но а почему нельзя этот жидкий остаток еще раз повторно использовать в другом реакторе для разбавления этого остатка? Ну, смотрите, повторно использовать — это максимум, если мы отсепарируем твердую составляющую, а, ну, да, то водичку... Водичку использовать будет можно. А твердый остаток, тогда уже его будет намного меньше. Его отсепарировать, и тогда получается все равно его надо... Ну, это дополнительная единица оборудования. Удобрение, ну, вы сами понимаете, для этого клиенты будут покупать, и то, что остается, ну, можно вернуться обратно для... Ну, тоже я тут не надо посмотреть. Сейчас в голову приходит просто вот такое решение. Надо посмотреть, насколько там, может, у Сергея больше опыта сейчас подскажет, насколько тут вот эта водичка, которую мы отделяем. Сергей, если биогазовая установка, у нас получается жидкий продукт. Да, да, да. Ну, есть два варианта. Использовать жидкий продукт или сепарировать там твердую составляющую, и получится все равно жидкость. Ну, вода, которая, она все равно будет насыщена этой всей. Насколько эта вода, как бы, насколько ее можно вернуть назад для разбавления этого помета и сбраживать? Нет, это воду обычно в отстойниках потом держат, потому что она там насыщена какими-то веществами. Да, она может. Нет. Я, знаете, что делать? Я был несколько раз на украинских и на норвежских птицефабриках. Там, ну, биогаз — это понятное мероприятие, которое приходит в голову, но у него есть два недостатка. Во-первых, это высокозатратное очень мероприятие, биогазовая установка. Во-вторых, оно требует квалифицированной деятельности, управления, контроля. И, в общем-то, далеко не все биогазовые установки, они вот работают именно маленькие, не малопрофессиональные. И, в-третьих, потребитель продукта рядом должен быть. Ну, здесь же есть, в принципе, потребление энергии. Ну, энергия жидкого. Вот. Я знаю, что Норвегии стараются с пометом как решить проблему зачастую? Его газифицируют. Вот. Газификационные установки
и потом на газопоршневой двигатель. Отправляю. Остаток куда идет? Так а там остатка не будет, и там зола. Там будет зола, которая там будет... Идет сжигание, то есть газификация идет. Газификация, да, там будет не очень большой остаток. Вот. Но это требует, как газопоршневых двигателей, это требует вам обратиться, например, в Ернбахер, и они должны вам дать заключение о том, что там такая-то для этого процесса их двигатель подойдет, потому что в нем же будет как бы газ-то нечистый. Но синтез газ, что? Синтез газ, да. И, ну, в принципе, это, ну, это делается на крупных птицефабриках. Я не знаю, для такой птицефабрики, наверное, это будет дороговато, но это они считают как бы наиболее такое оптимальное решение. Ну, во-первых, установки для сжигания таких остатков очень дорогие. Гораздо сложнее управлять, еще не усложняя эту задачу. Тем более для такой маленькой фабрики. Для газификационного установок, да. Ну и, в принципе, помет брикетируют очень часто. На многих фабриках. Да, можно. Ну, если вы хотите, я ничего против биогаза не имею. Просто биогаз, конечно, такая вещь, опять же, для маленькой фабрики биогазовую установку. Это надо тогда отдельный персонал и отдельно это самое прорабатывать этот вопрос. Это серьезное дело. Ну, опять же, очень распространенное направление. Например, зимой, если холодно, да? Если холодно, то биогазовая установка, ее надо обогревать. Да, надо обогревать. Угу. Правильно, да. Угу. Но да, я считаю, что... Мы должны это мероприятие оставить в нашем, раз предприятие само интересуется, и да, такие да. Биогазовые установки небольшие есть, так что, в принципе, только дело за тем, чтобы посчитать. Хорошо, давайте дальше идем. Можно, да, на второй. Лука, я хотел вас по этому отчету поблагодарить, и последнее замечание, вы делали там какие-то комментарии, да? В самом конце отчета. А в конце? Да, где вы указывали сложности какие-то или там что. Вот я бы, если честно, их в конце отчета не вставлял бы. Я бы их вставлял бы там, где они наиболее актуальны. Потому что ты когда читаешь уже в самом конце, после мероприятия, ты уже не помнишь сам анализ. Да, да, мы на самом деле так и планировали, но мы нам порекомендовали так сделать уже. Редакционные комментарии. Поэтому мы, если у нас будут комментарии, мы так и делаем. Ладно, хорошо, давайте тогда бейдизель. Может быть, если по горячим следам Лука, может, хотел вопрос какой-то задать сразу по этому отчету? По этому отчету, я думаю, нет. Ну, комментарии мы посмотрим детально, и я думаю, что некоторую информацию мы сможем добавить. Все, тогда я закрываю этот отчет. Хорошо. Так, бедный биодизель, наверное, на биодизель мало времени у нас. Да. То есть быстренько пройдемся, да? Да, 20 минут у нас. Уже вторая сессия, да, подходит? Да, да, и хочу, чтобы до 10 минут раньше закончить, чтобы я успел. Да, да. У нас что, да. У нас через 20 минут вторая сессия? Да. Да, да. Уже вторая группа все. Надо же кофе выпить. Хорошо, мы... Сегодня... Очень интересные просто тут проекты. Проект самый интересный, я бы сказал. Да? Но биодизель мне тоже нравится. Самый интересный проект. Тем не менее, производство биодизеля на... использованном масле, это достаточно типовая задача и очень много литературы по этому поводу. Mm-hmm. Вот. Используем. Мы что-то вам порекомендовали, да? Вот. Из этой литературы, Лука, вы получили, да? Да, я получил. Сергей, а если учитывая дефицит во времени, может...
Лука пускай нам задаст какие-то наиболее такие, вот он просмотрел комментарии, может, на что-то он видит больше, бы мы могли внимание обратить в этом маленьком времени. Что наиболее полезно мы смогли его использовать. Лука, если ты уже смотрел, такие вопросы возникли, можно? Ну, вопросы, ну, у меня только один комментарий, на самом деле. Самая главная проблема наша на заводе – это то, что с нами не контактируют в основном руководство самого завода. Мы в основном работали, сотрудничали с научным консультантом, как я уже описал в отчете. И мы на самом деле начали контактировать с техническим директором завода, но без каких-то видимых результатов, потому что мы не смогли, ну, из-за времени его пригласить на встречу или пойти там на завод и с ним физически поговорить. И это наша самая главная проблема. Ну и все проблемы из этого. Финансовую информацию нам, наверное, не доверяют, не дают. И есть еще некоторые технические детали, которые мы не смогли попросту разузнать, и не... Технологии, которые на месте работают, они попросту не знают, что охлаждение водяное, просто они не знают, как это работает. Вот в этом наша проблема. Ну, вот такие как бы причины по ограниченности как бы информации, доступа к информации, я бы их где-то указал. Ну, может быть, даже и в начале о том, что вы вынуждены были работать в условиях ограниченного доступа к определенной информации, ограниченных объемов. Ну, и это накладывает в любом случае отпечаток на глубину и детализацию дальнейшего анализа. Ну, это так, мне кажется, что такую, где-то комментарий я бы такой дал. Вот. А по сути теперь, ну, то есть мы вынуждены сейчас выжимать информацию из того, что мы имеем, насколько я понимаю. То есть мы опираемся на то, что мы имеем, и вынуждены с этим работать. И поправьте меня, если я не так думаю. То есть дополнительно что-то на предприятии уточнить, наверное, уже не удастся или удастся, как нам к этому относиться? Или мы только сейчас вот опираемся, что имеем, плюс дополнительная доступная литература, там справочники и все? Или мы можем на предприятии что-то еще взаимодействовать? Я думаю, какую-то определенную информацию мы сможем получить, если особенно это... Ну... технический процесс, и если научный консультант нам поможет, он с нами сотрудничает, такую информацию мы сможем получить, но в основном мы используем уже литературу, чтобы сделать какие-то выводы. Лука, я напомню, когда мы разговаривали, фамилия, имя, как его, хотя мой близкий знакомый. Аха Карчхадзе. Аха Карчхадзе. Аха Карчхадзе – это консультант, который много времени работал в Соединенных Штатах, потом сейчас работает в одном университете. И человек академического стиля, и ну, у него есть ответственность. То есть встречался, давал соответствующие показатели. Так что у нас есть исходные данные почти целиком. У нас возникли вопросы, тогда смотрим эту технологию с начала до конца. Там есть моменты, когда я смотрел и детально вникся, решение не инженерного уровня, более такой кустарный вариант решения. Когда я спросил ему, он говорит, я не знаю, я дам телефон и с директором поговорите. У нас была дважды такая попытка. Почти назначили встречу час, но ни ответа не приветствовал. Потом он сам созвонился и сказал, что был чем-то занят и поэтому не смог. Второй раз Лука пытался, тоже ничего не получилось. У меня такое впечатление, что завод сейчас не работает, у него не такой интерес на заводе, чтобы решить какие-то проблемы. И получается, что, как в той песне, мы работаем за того парня. Человек должен быть сам заинтересован. Да?
сами понимаете, но я не вижу этого интереса. Хотя у нас есть данные, можно пройти, оценить и какие-то мероприятия рассчитать и давать им. Вот на таком уровне сейчас мы находимся в таком случае. Ну, я со своей стороны попробовал, когда смотрел этот отчет, мне он был интересен. Вот, и я попробовал заглянуть в дополнительную литературу, вот, на вот эти удельные нормы, справочные посмотрел и подумал, что бы я мог тут увидеть, и я эту информацию вложил в этот отчет, подумал, что, возможно, она может оказаться, ну, может, интересная будет для наших участников, может, что-то отсюда можно там, ну, посмотреть. Удалось ли, Лука, вам, успели ли вы на это посмотреть, я хотел спросить, и, может быть, вас натолкнуло на какие-то тоже мысли, вот те удельные показатели на экране, они, те какие-то вот может быть, их использование. Дмитрий, очень замечание. Там интересные моменты, и быстренько можем более детально пройтись. И Лука будет полезно сделать какие-то выводы от этого. Вы красным шрифтом, вот где даете эти замечания, может быть, сверху начнем? Насколько поднимать выше? Выше этой таблицы поднимать? Я думаю, уже не стоит. Это основные замечания, которые... Технологические замечания начинаются, вот там не исходные, а потом... Ну, здесь у меня матбаланс не сошелся, на что я обратил внимание. Да, Лука, надо посмотреть, почему это происходит. Потому что то, что они получаются, почти безотходное получается. Но мы понимаем, что такого не может быть, и отходы у них есть. Вот баланс такой, что где-то... 5 или 10, Лука, подправ, процентов глицерин они получают, да, от исходного, и остальное это бисмутный. Идет фильтрирование, где-то у вас есть это замечание. Фильтрация дает небольшой остаток. Твердый остаток. В нейтронах идет речь, и это небольшой объем, точнее, можно так сказать. Ну, да, да. Здесь... Давайте, Дмитрий, дальше идем. Самые вот эти вот, мне кажется, после вашей таблицы, твоей таблицы, Дмитрий, да, там вот основные рекомендации по поводу удельных показателей. Да. Это вот основная рекомендация на этом заводе, где мы глазами почти ничего не видим. Там все внутри находится. Насколько я понимаю, да, здесь в первую очередь надо контролировать удельные расходы. То есть я свел эти удельные показатели, посмотрел литературные данные, посмотрел регламентные, я их так назвал, те, которые теоретически я в тексте взял, и посмотрел фактажи с таблицы. Понимая, что выше не сходился матбаланс, я понимаю, что это наложило определенный здесь тоже как бы отпечаток, но сам, как сам, я хотел больше показать сам подход, а цифры, они могут нашими участниками быть поправлены потом после уточнения данных, если таковой будет. Да, Дмитрий, да. Если можно, вот по маслу, здесь единица, да, одна тонна по литературным данным, потом по регламенту еще единичка, а здесь то, что у вас, 195? Это у нас ошибка. Это у нас какая-то ошибка. Это я что-то перенес, и у нас где-то поехали. А там тоже там. Не-не, это ошибка. Раз, если это годовой показатель, тогда, ну, все аккуратно на самом деле, потому что по одному циклу выходит около от одной тонны масла, ну, где-то приблизительно то количество биодизеля. На одну тонну перерасчет идет. А, ну да, это у нас не ошибка, это у нас фактаж, да. Это из таблицы же я взял данные, а из этих данных я получал уже удельные. Это я подзабыл немножко.
Вот, а вот они удельные. А, внизу, да, удельные. Да, это удельные. Вот здесь уже есть соответствие почти, почти только по калий-ОН у нас есть. Да, у нас получается по калий-ОН идет вот такое как бы акцент внимания. Потому что по метанолу на самом деле оно тут в серединке находится, и насколько я начитался разную литературу, то здесь в зависимости от разных нюансов получается, чем больше метанола мы используем, то есть количество метанола нужно использовать столько, чтобы максимально извлечь вот этого биодизеля, вот этот химизм, чтобы прошел. И показатель, он плавающий, и на нем как бы экономить – это не та задача, его нужно… Это же тот самый катализатор, да? А калий-ОН катализатор, его не должно быть столько много. Его идет явно перерасход. Да, но если идет перерасход, то получается мы ускоряем реакцию, правильно? Не получается. Нет? Нет, там не такая зависимость, что чем больше, тем лучше. Ну, во всяком случае, это... До определенного предела ты будешь ускорять. Ну, вообще получается, что очень близко, самый главный показатель – расход масла. Но это меня вызвало это вот немножко вопрос, потому что ты в литературе смотрел расход какого масла? Рапсового масла, обыкновенного масла? Или ты смотрел вот этого вот использованного масла? Там оно разное. Там разное, Сергей, идет масло на самом деле. Вот, я сейчас тебе точно не скажу прямо, я столько уже пересмотрел всего, что... Нашего низкокачественного масла слишком как-то очень красиво выглядит. Конечно, я с этим согласен, потому что в литературе идет в основном либо рапсовое, либо уже отфильтрованное, там оно может... Да, поэтому это выглядит все-то очень красиво, поэтому, может быть, там тоже у нас где-то данные идут скрепно. А я здесь комментарий написал, что, возможно, это ошибка в учете, которая не свела матбаланс выше. Да-да. У нас выше не сошелся матбаланс, и, возможно, это наложило отпечаток. Мне кажется, в этом отчете вот Луке надо будет в первую очередь указать необходимость учета этих удельных показателей и их это самое постоянный контроль. Вот это, мне кажется, основной вопрос в этом отчете. Но так как они мало заинтересованы, они не работают сейчас просто. Просто сейчас такое время, что они не работают, или они уже стабильно не работают? Как мы понимаем, они стабильно не работают на самом деле, потому что мы были на заводе где-то 3 раза и ни раз не работало производство на должном уровне. К тому же, когда мы спросили, например, там технолога о производстве, сказали, что ну, полгода уже прошло, а производство биодизеля около 20 тонн только. 24 тонны, когда годовое производство 200 тонн номинального. Вот это интересный вопрос. Ну, сказали нам, что биодизель не доверяет, и компания Фрега, которая именно владела биодизельным производством и имела нефтебазу, уже не работает, и из-за этого, возможно, есть такие производственные проблемы. Да, ну кто в Грузии покупает биодизель? Он же дороже, наверное, стоит, чем? На самом деле нет, стоит примерно одинаково для машин. Дизель у нас дорогой, и биодизель, возможно, чуть дороже, но цена более или менее одинаковая. А скажите, пожалуйста, у вас в разделе 4.4 есть какие-то индикаторы, которые вы привели в руках? Но это не совсем индикаторы. Что это такое, я вообще не понял. Это на самом деле производство продукта в 2019 году и 2020 году. Ну, тут не совсем корректно их называть индикаторами. Да. Да, да, да. Мне кажется, эту таблицу надо перейти, потому что она непонятна. И, по-моему, вы тут немножко напутали, когда цифры вставляли. А. Они не сходятся с таблицей. У меня не сошлись. Может, я напутал с вот этой таблицей, которая выше. Да, я тут комментарии дал, вы их посмотрите, может я где-то что-то неправильно. Ну вот, например, тут 195, а в таблице 4.1 190 вроде бы я увидел. 190, вот 190 тонн биодизеля, а 195 масла.
А тут биодизеля 195. Ну, где-то что-то надо, наверное, ну, учитывая, что данная таблица вообще сейчас надо подумать, ну, возможно, она просто не, ну, здесь нужна ли она. Да, она, я ее не понимаю, в том виде, в котором она есть. Ну, я тоже. То есть бенчмарк 210, что такое 210 у нас? 210. А 210 это где-то в тексте, по-моему. Ладно, коллеги, мы уже должны, наверное, прощаться. Да, да. С Лукой. Лука, вы себе записали? Да, конечно. Да, я хотел вас поблагодарить, вас, Бадура, и надеюсь, что вы доработаете те небольшие замечания, которые мы вам сказали, и будете готовы к презентации. Вы доработаете до какого числа? До 5-го, да? До 5-го эти коррекции надо сделать, да. Там постараемся сделать все, что у нас. Ладно, спасибо, Лука. Лука, вам большое спасибо и удачи. До встречи. Встречаемся через 10 минут. Ну, пока. Пока.